Что вам представляется, когда слышите слово «урок»? Класс, учебники. А вот Илья Шадриков думает иначе. Он организовал уроки довоенной подготовки в Красногорске, а на этих выходных пошел дальше, провел выездные занятия в РУЗе. Этого захотели сами жители. Сегодня мы отрабатываем три точки. Это холостой тренаж по огневой подготовке. Непосредственно вторая точка – это отрабатываем и изучаем макеты гранат, которые стоят на вооружении российской армии. Это РГД-5, Ф-1, РГО и РГМ. И на третьей точке мы изучаем тактическую медицину, непосредственно, как правильно останавливать кровотечение и переноска раненого на носилках. На данном занятии присутствуют как дети, как девушки, так и взрослые. Участников прилично – 48 человек, инструкторов – 7. Все они бывшие сотрудники отряда спецназа «Альфа» с боевым опытом. Начали с элементарного, к примеру, как держать оружие и обращаться с гранатой. Дальше – сложнее. Учили стрелять из длинно- и короткоствольного оружия. Мало того, провели мастер-классы по защите зданий. Для кого-то, как для 17-летнего Даниила, это не просто дополнительное образование, а буквально основное. Данная тематика меня очень интересует. Я увлекаюсь военно-прикладным искусством. Вообще, в моей семье военное дело – это традиция. Мой папа военный, и я сам хочу поступать в военный вуз. Я считаю мероприятия подобного рода необходимы в наше время. Каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием. И если еще такие мероприятия будут, я обязательно их посещу. Организатор отметил, курсы не готовят полноценных воинов, а попросту дают базовые знания. Это помогает людям серьезнее относиться к тому, что раньше считалось ненужными навыками.